Выживать тут очень тяжело. Мы вчера пытались подтянуть лодку с этим, с рыбаками. Договориться с ними за одежду на рыбку. Нам оператор поломал всю картину. Мы, кстати, собаку вчера нашли. Мы нашли собаку. Я в темноте бежал за ней с мачете. За мной меня тормозила вся команда, чтобы я ее не съел. Но нормально. Ее забрал технический лагерь. Они забрали ее, собака ушла опять к нам. Мираб понял, что мы сожрем. Он пришел за ней. Он говорит, где собака? Все, пейте, гуляйте, веселитесь, бейте бокалы, кайфуйте, вы сейчас в одежде там все, теплые, сухие, накормленные. Мы боремся за весь наш общий успех. Пока.